Народ, мне вообще непонятно ваше негодование касаемо Шлеменко. Во-первых, это не я его вызывал на бой, это он изъявил желание в то время, когда у меня состоялся в преддверии боя с Кокляевым, когда он должен был состояться, он первым претендентом вызвался его заменить. Я его вообще знать не знаю. Лично даже с ним не знаком. И плюс он сейчас изъявил желание подраться со мной по смешным единоборствам, по ММА. Я ему предложил по правилам бокса, потому что он каратист. Ну, вроде как руки у него чуть лучше поставлены. Плюс он хотел со мной побоксировать. Хочет по правилам ММА, чтобы я его побил. Ради бога, я его готов побить и по смешанным единоборствам. Готовься, Шлеменко. Всем хорошего дня и отличного настроения. Пошел я работать, трудиться. Здрасте, здрасте, всем люди добрые. Здесь наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит, что народ сделал из меня миф непобедимого. Выходи, подеремся с тобой. Ты еще перед боем с Кокляевым собирался выйти со мной на ринг. Готов был заменить его, если тот вдруг травмируется. Ну давай, Саша, если ты не бздила картонная, подеремся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью с удовольствием.